Этот праздник дорог для всех. Он дорог родителям, которые на протяжении 11 лет волновались за детей и вместе с ними переживали победы и поражения. Он дорог учителям, ведь никто не проводил сегодняшними выпускниками больше времени, чем они. Но прежде всего, дороже его главным героем. Причем эпитет героя здесь не просто фигура слова. Выпуск 2017 без преувеличения блестящий. В этом году у нас заканчивают школу 23 ученика. Из них 3 золотых медалиста. Очень много 90-бальников по русскому языку. Очень шикарно сдали математику все, и профильную, и базовую. И выпуск на 2 пятерки. Кстати, само понятие «золотая медаль» почему-то отменили. Сегодня принято говорить «медаль за особые заслуги в учебе». Но она все равно золотая. И вот что сами медалисты отвечают на вопрос, что стоит за этим золотом. Во многом я благодарна своим учителям, потому что они всегда поддерживали меня. И они очень хорошо знали свой предмет, и они очень хорошие педагоги вообще. Артем Мизикин готовится поступить в физкультурный институт. Однако, несмотря на выбранную им стезю, другие школьные дисциплины не спустил на тормозах, а наоборот, окончил школу с отличием. Будущим выпускникам он советует развиваться всесторонне. Самое главное, скорее всего, чтобы учились хорошо и не думали, что где-то кто-то поможет или принесет телефон на экзамен и так далее. Самое главное – стремиться именно к тому, что ты хочешь, и определиться уже наконец тем, кем ты хочешь стать, потому что в 11 классе уже поздно. И, в общем, всего самого хорошего и удачи на экзаменах. Главное учиться еще раз, учиться и учиться. Моисей Шамаилов в 4-й школе гость частый. Уже 20 лет приходит на первый и последний звонок. Сегодняшних выпускников помнит еще первоклашками. В беседе с нами вспомнил и свой выпускной. Это сейчас все делают, а тогда мы сами делали. Вы думаете, нам родители как сейчас помогают? Да, где-то немножко помогали. Мы до полдня почти, что называется, в поте лица трудились. Выдохлись, потом бегом домой, надо же переодеться и опять на этот в школу. И уже когда начинался выпускной, через какой-то час те, кто организовывал, они уже были уставшие совершенно. По сегодняшней традиции хлопоты об организации этого дня берут на себя и родители, и районная администрация. Поэтому перед вечерними торжествами ребята могут перевести дух. Ведь впереди и слезы расставаний, и радость от пройденного 11-летнего пути, бессонная ночь и традиционная встреча рассвета. Илья Кремнев, Владимир Бежунов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.